Твой выбор – ратный подвиг. Под таким названием на площадке ДК «Химволокно» прошло мероприятие «День будущего офицера». Здесь собрались школьники, которые планируют поступать в военные вузы. Об этом рассказывает наш корреспондент. Тверской центр довузовской подготовки «Призыв» уже 20 лет готовит старшеклассников к поступлению в военные вузы. На профориентационные мероприятия собрались школьники, которые намерены связать свою жизнь с армией. Многие из них уже посещают занятия центра. Я тоже поступаю в военную академию, военно-космическую оборону и маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Я тоже специальный, что и Дарья. Люблю свою родину и хочу ей служить. Выбрала именно этот вуз, потому что в моей семье все патриоты. Я решила поступать именно туда. В ходе мероприятия им рассказывают, как стать летчиком или артиллеристом, поступить в Академию Федеральной службы охраны или Воздушно-космической обороны. В ДК «Химволокно» собрались офицеры и курсанты из военных вузов страны и подробно рассказывали школьникам об условиях приема и образовательных направлениях. Девочек, я считаю, надо все более и более привлекать к военной профессии. Они очень успешно могут решать задачи метрологии, задачи связи, автоматизированности управления. Девушек, которые хотят получить военное образование, становится все больше, говорит Игорь Пивницкий. Их не пугает высокий проходной балл и серьезные требования к физподготовке. Эти школьники уже решили получить профессию военного и в настоящее время определяются с конкретной специальностью. Каждый год вот такой день будущего офицера помогает старшеклассникам сделать окончательный выбор.